Приветствую всех в моем видеокасте, и в этом видеокасте я расскажу о твердохонных инвестициях, которые обещают 25, 40 и 60% в месяц. Что же это за инвестиции такие? Инвестиции, приносящие более 20% в месяц, это 100% финансовые пирамиды. Проценты в финансовых пирамидах начисляются за счет новых инвесторов, и, соответственно, чем больше рекламы финансовой пирамиды, тем дольше она будет существовать. Люди вкладывают в финансовые пирамиды, потому что легенды вызывают доверие и маскируют пирамиду. Легенды – это когда компания позиционирует себя как «мы торгуем на рынке Форекс», «мы страховая компания», «мы торгуем на фондовой бирже», мы зарабатываем на спортивных ставках и мы инвестируем в бизнес, о котором еще никто не знает, он очень высокодоходный. Это я назвал самые распространенные, а могут быть и какие-нибудь другие легенды. Зарабатывают в пирамидах создатели пирамид, также люди, которые постоянно этим занимаются, они постоянно мониторят пирамиды, и также люди, которые вовремя вступили и сняли деньги. Если процент более 20 в месяц, перед вами потенциальная пирамида. Если скрываются имена создателей, перед вами тоже потенциальная пирамида. Компания, которая работает менее года, также может быть пирамидой. Если компания не информирует своих инвесторов о возможных рисках, это скорее всего пирамида. Также если много сомнительной и ничем не подтвержденной информации, компания может быть пирамидой. Чтобы заработать в пирамидах, нужно убедиться, что компания будет жить долго. Это если на сайте есть видео, есть сертификаты, и компания очень активно рекламируется. Если даже данные аспекты присутствуют, не факт, что пирамида будет существовать долго. И нужно вступить как можно ближе к старту пирамиды. И второй вариант – это обходить пирамиды стороной и вкладывать в менее прибыльный, но честный проект. Приведу примеры пирамид. Перед вами пирамида, которая просуществовала порядка 15 дней. Админы забрали все деньги и кинули инвесторов. Кроме создателей, никто в таких пирамидах больше не зарабатывает. И вот пример пирамиды, которая проработала уже более 3 месяцев. Вот в ней как раз таки присутствуют все аспекты долгосрочной пирамиды, которые я перечислял. Можете сравнить эти пирамиды для того, чтобы потом явно отличать, какие прибыльные, какие нет. Хотелось бы заметить, что видео создано с целью ознакомить зрителя с высокодоходными инвестициями в интернет. Я ни в коем случае не рекомендую инвестировать в какие-либо финансовые пирамиды. Если вам предлагают высокодоходные инвестиции, теперь вы знаете, что возможно это всего лишь финансовая пирамида. Спасибо за просмотр.